Всем привет, друзья, вы на канале Мишаня 2.0, я Папаня Мишаня. Сегодня у нас единорог Rainbowcorn Surprise. Посмотрим, что тут находится. Играть типа можно распаковывать тем, которым плюс 3 и выше. В общем, я такого еще не видел, я еще такого не распаковывал, я не знаю, что там может находиться внутри. Ну, посмотрим и узнаем. Чем-то похоже по упаковке новой, типа как от киндера сюрприза. Дальше у нас будет больше еще разных таких распаковочек. Вот есть еще вот такие джуми, разные у нас эти яички. Так, распаковываем, смотрим. Возможно, там будет шоколадка в виде яйца, возможно, там игрушка, которая запечатана очень, кстати, хорошо, ребята. Могу вам сказать. И открывается довольно сложно. Теперь я понял, почему плюс 3 года. Так, придется взять отвертку. Отверточка тут не помогает. И берем маленький вот такой ножик. Продеваем. Вот так, уже повеселее. Пластик просто огонь. Тут просто очень крепкий пластик. Ну, по цене вы сами знаете, что... Так. Если честно, плюс 3. Я плюс 30. Ну, я не... тяжело, в общем, это открываю. Итак, что мы тут видим? Мы видим тут супер шоколад, который называется... Sunny Land. Это у нас типа какая-то копия, чего тут, копия Сникерса или арахиса, что-то непонятно, ну что-то вот с арахисом связано. Дальше распаковываем и смотрим, кто у нас тут находится. А у нас тут, ух ты, единорог, рыбка, русалочка. Вы посмотрите на эту красоточку. У нее единорог такого фиолетового цвета, плюс у нее волосы развиваются, грива по голове. И тут у нее есть какие-то маленькие татуировочки. Смотрите, тут тыквочка что-то нарисована, тут непонятно что. Глаз разрисован в виде звезды. Ой, упала. Так. А это кушать? Нет, это кушать нельзя. Кушать вот это можно. С обратной стороны у нее с другого бока тоже. Ничего особого. А тут, правда, без наклеечек. Ну, хвост у нее такой, как бы, типа, вот такой русачий хвост. Так, по поводу запаха она вообще безобидная. Она очень хорошая, она не пахнет. И я думаю, она сделана очень с хорошего пластика. Я бы сказал, он, ну, пластик, да, хороший. Чем-то напоминает даже, друзья, резину. Друзья, лайк, подписка, комментарий. Надеюсь, тебе мега вот такой маленький обзорчик понравился. Вот такого яйца сюрприз Rainbowcorn. Единорожек. Так, ну, больше тут внутри. Опачки, у нас ничего нету. Ну, не вложили они. И распаковывается очень, если честно, сложно. Друзья, лайк. Всего вам доброго, мира, добра. Всего наилучшего. Пока.